В Екатеринбурге перед судом предстанет машинист автомобильного крана, обвиняемый в нарушении правил труда, из-за чего погиб человек. По данным следствия, в октябре прошлого года на строительном объекте по улице Ясная в Екатеринбурге обвиняемый, поднимая краном пачку шифера весом более 3,5 тонн, не подумал, а сможет ли его кран осилить такой вес. Более того, крановщик не придал значения тому, что на месте работы оказался посторонний человек. В результате стрела автокрана, не выдержав тяжести груза, упала прямо на постороннего мужчину. Дело крановщика направлено в суд.